Всем привет! У меня сегодня день рождения, и мне исполнилось много лет. Много — это 34. И теперь каждый год мне исполняется много лет. Но это не имеет значения, потому что, ну, возраст — это цифры. Ага. Не стоит себя ограничивать какими-то рамками какого-то возраста. Вот. В любом возрасте можно учиться, изучать что-то новое, быть активной. И вообще в 30 только жизнь начинается, потому что только к 30 у многих появляется осознание того, что они в жизни хотят. Ну, не у всех, конечно, у некоторых, может, раньше. Но мне так не повезло. Я в 20, например, понятия ничего не имела того, о том, что я хочу. Сейчас у меня уже более ясная картинка в голове. Так что возраст значения не имеет. Имеет значение то, как... насколько живым себя чувствуешь. А я себя чувствую живым человеком. Вот. Ну, это все, наверное, что я хотела сказать. Это не запланированное видео. Я просто хотела, не знаю, что-нибудь наговорить внезапно так. Думаю, у меня же сегодня день рождения, значит, надо что-нибудь поболтать. Вот такой мне букет подарила мама. Что еще? За окном дождь, а я пока одна дома. Вот. И поэтому решила записать видео. Всё. Всем хорошего дня. Пока.